Капремонт здания бассейна «Олимпийский» в Набережных Челнах начнется в следующем году. Об этом сегодня в интервью «Татарстан онлайн» сообщил министр спорта республики Владимир Леонов. Спорт в школе 4 десятка лет, и занимаются в ней не только любители спорта. Здесь работает серьезная профессиональная школа. Ее воспитанники – участники Олимпиад и других соревнований мирового уровня. Ремонт требуется зданию уже несколько лет. «Олимпийский» вошел в программу по капремонту сооружений в Татарстане. Она рассчитана на 5 лет. В этом году по ней преображаются уже 20 спортобъектов. Вот этот объект, значит, Олимпийский, мы запланировали на следующий год. Этап. По этой программе. Да, то есть у нас сейчас будет разрабатываться проектно-сметная документация, потому что нам все равно необходимо даже так называемая гранд-смета. Вот, и там будет этапность, потому что объект большой, мы не можем, ну, как бы себе позволить сразу в этом деле. Будет два этапа. Вот первый этап мы на следующий год. Кроме того, Владимир Леонов отметил особую важность развития спорта для Автограда. По его словам, у челнинцев хорошая генетика из-за молодости города еще со времен ударной комсомольской стройки. Потому в Челнах много талантливых спортсменов. А число любителей активного образа жизни во всей республике, по данным Минспорта Татарстана, выросло больше, чем вдвое за последние 10 лет. В основном благодаря развитию спортивной инфраструктуры.